В Акмолинской области начали производить яичные лотки. Первую продукцию предприятие выпустило в декабре прошлого года. Для этого используется макулатура. Она проходит три этапа – подготовку смеси, формовочную систему и сушку. Общая стоимость проекта с производственной мощностью 30 миллионов штук в год – больше 400 миллионов тенге. В перспективе планируется работа в три смены для выхода на полную мощность. Но, как отметили на предприятии, пока не хватает сырья – макулатуры. Сейчас здесь работают 11 человек. В будущем число сотрудников увеличится в три раза. Выпускаем в час 4000. Работаем в данный момент в одну смену. В ближайших планах это в феврале запустить на 100% фабрику. Обеспечиваем в данный момент Карагандинский регион, Кустанайский регион и Акмолинский.